Портал fb.ru собрал фотографии 5 звезд, которых скоро перестанут узнавать фанаты. Никому не хочется стареть, но, увы, этот процесс никак не предотвратить. Помните своих кумиров, по которым вы сходили с ума и восхищались ими? Знаете, как они выглядят сейчас? Уверен, что некоторых из них вы 100% не узнаете. Мэрилин Мэнсон. Думаю, что певец мог бы выглядеть намного лучше. Помню раньше, он был таким худым мужчиной и всегда занимался своей внешностью, но посмотрев на Мэрилина сейчас, можно ужаснуться. Что это за старый, располневший, обрюзший и запустивший себя дядя? Борис Моисеев. Раньше я удивлялся, насколько энергичен и весел этот мужчина. Борис всегда выглядел хорошо, но сейчас он больше смахивает на дедулю-садовода, а не на поп-звезду СНГ. Анастасия Волочкова. Когда-то Анастасию считали секс-символом. Она была лучшей балериной и известной личностью. Но что же с ней сделал возраст? Это кошмар. Волочкова набрала вес, а на ее идеальной коже появились морщины, которые добавляют ей еще больше возраста. К тому же она никогда не умела одеваться, поэтому всегда выглядит нелепо. Портал fb.ru расскажет еще о двух знаменитостях, которых не пощадил возраст. Дженнис Диккенсон. В далеких 70-х она была одной из самых красивых девушек, которых я когда-либо видел. Но спустя много лет я перестал интересоваться ее жизнью. Относительно недавно я наткнулся на фото Дженнис в соцсетях и не смог поверить, что это она. Диккенсон стала такой старой, а многочисленные морщины заменили ее гладкую кожу. Кроме того, невооруженным глазом видно бесчисленное количество хирургических вмешательств. Микки Рурк. Для многих он был идеалом мужчины достаточно долгое время. Статный, красивый и сексуальный. Но посмотрите на Микки сейчас. Это словно совсем другой человек. Вот какие последствия бывают от пластической хирургии. Нужно ухаживать за собой всегда, чтобы не прибегать к пластическим операциям в возрасте и не превратиться в другого человека. Напишите в комментариях, как вы поддерживаете свою красоту и боретесь с возрастными изменениями. Видео подготовлено для портала fb.ru. Если вам нравится видео о знаменитостях, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы мотивировать нас на создание новых интересных видео.